Усім привіт, всім привіт! Дякую за підписки. Підписуйтесь, до речі, коментуйте, поширюйте, якщо вважаєте за потрібне. Дякую всім за спонсорство, за підписки, за підтримку, за коментарі. Це теж важливо. Буду трофейно, щоб в різних країнах це чітко зрозуміли і передали, кому треба, якщо треба, а я думаю, що треба. Начались взрывы массовые, пойдут скоро, вообще массовые взрывы узких консервов в Европейском Союзе, в странах НАТО и так далее. В Польше задержан, кто бы мог подумать, никогда такого не было, и вот опять узкий который работал на Ходорковского в организации так называемой «Открытая Россия», которую Ходорковский потом успешно закрыл, а его руководительница, которую он ставил, Баранова, пошла работать на Баронова, пошла, хотя Баранова, пошла работать на Russia Today пропагандистской, до сих пор там за рейх, за оккупацию и так далее. Это его правая рука или что там, нога, волос левый. Вот. Ну и, соответственно, другие активисты этой Открытой России тоже среди них инфильтрация русскомирных, связанных с ФСБ. Я думаю, что чуть больше, чем процентов 80%. Конечно, есть и дурачки, просто которые в тюрьму сели типа за идею. Но об этом отдельно я записывал видео. Я этого не понимаю, но окей. Хотят сидеть, пусть сидят. Хотят не сопротивляться, пусть не сопротивляются, пусть становятся жертвами. Это не наш выбор. Вот, что касается этого чувака, задержанного в Польше, даже фамилии его вспоминать не буду и рыться не буду в новостях, неважно. Не Скоро таких фамилий будут десятки, а в итоге сотни. Чувак такой, типа ушастый, такой молодой, значит, оппозиционер якобы. Потом он был в штабе Навального, не помню, в, в Засранске или где-то там еще, в каком-то городе. Потом, естественно, подвергся политическим гонениям, где-то там насветился в Беларуси, сделали ему легенду или в процессе завербовали. Оказался в Польше, наверняка как иноагент, ну и начал шпионить, естественно, для ФСБ или ГРУ, неважно. Для русской разведки с целью дальнейшего, ну, информации, наверное, там, то ну, там полный ассортимент, чем может заниматься узкий шпион, от передвижения там войск, техники до... Чего угодно вообще. И в медийном поле, но ну, медийных пропагандистов и адвокатов Рейха мы постоянно тут рассматриваем. А это вот конкретный шпион, и возможный координатор диверсантов что угодно ну, как этот мишленовский повар, которого который нажрался э, в болгарии проговорился про свою миссию во франции во время олимпиады и так далее и вроде как типа отдельные случаи да но это уже э, ситуация которая сейчас просто срывается с с предохранителя и будет стрелять очередями. О чем я говорил всегда, не пускайте их к себе. Если кого-то пускаете, проверяйте на детекторах лжи, никого не проверяют. Проверяйте биографию, следите за каждым шагом, не стесняйтесь их допрашивать и так далее. Итог, десятки и сотни тысяч, миллионы узких под предлогом того, что они релаканты, оказались в европейских, в натовских странах и в Америке. И теперь, естественно, процент среди них шпионов огромный, особенно огромный процент вот этих шпионов среди так называемых оппозиционеров. Как это ни странно будет звучать, что вроде типа простому человеку типа он незаметнее будет шпион, но нет. Как раз легализовать там так называемого оппозиционера лучше. Для этого создан специальный институт иноагент. Куда там меня добавили недавно, Бабченко, ну после уже уголовных сроков там за терроризм и так далее, якобы, э, Включают туда таких людей, как я, например, э, только для того, чтобы легализовать этот список как типа э, врагов России. А попутно запхать туда сотни, э, там уже ну, тысячи, не знаю, людей, которым они фактически дают легализацию на Западе. То есть я вот в списке, на сайте все лежит открыто. Вот, э, заходит в любую европейскую страну и говорит: вы знаете, меня Путин преследует тут. Вот. Я тут в единой господи, в, хотя какая разница, в другой России я работал, не в другой в открытой России я работал. У каких только России у них только Россия нет, другая, единая, открытая. Какая еще прекрасная Россия будущего? В итоге все одно. Танк и шпионская будка. Вот. И э, дайте мне вид на жительство. Конечно, Франция, Нидерланды. Пожалуйста, заходите, живите. А чего нет там? Польша, э, страны Балтии. Ну, сейчас построже стало. Но все равно там э, работы не хватит просто сотрудников проверять теперь такое количество, которое они туда напускали. Это я еще не беру медийных агентов, типа медузы, типа всяких, которые тоже вскрываются и будут скрываться, агитируют за Трампа и так далее, и так далее. И сейчас у них просто ударная страда, а, потому что сигнал а, пришел из Кремля а, максимально содействовать выборам Трампа, поэтому они льют грязь на Камалу Харрис. И это отдельное видео запишу, почему они это делают. И вроде бы как бессмысленно, что русских агитируют, но нет, это неправда. Это просто люди не понимают ничего в таких делах, поэтому так поверхностно смотрят. И европейцы тоже не понимали, ну, как какой-то там Муждабаев или кто там еще, не знаю, кто-то говорил им еще, что вы спускаете к себе потенциальных шпионов, диверсантов, провокаторов, координаторов там и так далее. Теперь во Франции бегают там по отелям за чуваками с взрывчатками. Теперь, которых там этот Осечкин натащил каких-то непонятных перебежчиков, теперь их там не знают, что с ними делать, они то, то ли зареи, их, то ли политбеженцы, непонятно, да? А все понятно, проверять надо все досконально, нельзя никому верить там на слово. Давать минимальное количество виз только гуманитарных, только по соображениям реальных преследований или там связей с родственниками и так далее, соединениями Навсегда, без челночного вот этой езды в Беларусь, в Россию, как сейчас они ездят спокойно. То есть они просто, это потрясающая история это как если бы там с Британии в 40 году прошлого века летали агенты Рейха там, э, к бабушке в Гамбург там, или в Берлин, да? за одной инструкции получить деньги и так далее, чтобы не заморачиваться со связью, там, с возможным провалом. Просто съездил в Беларусь, съездил там, э, в Москву, в Петербург, посмотрел на музей, получил задание, вернулся и так далее. Э, родственники русских оппозиционеров э, и белорусских э, в этих странах европейских, они спокойно катаются туда-сюда. То есть это просто идеально. Я вот просто помню, как на блокаде Крыма в 2015 году таксистов всех вербовали, ФСБшники, которые просто переезжали туда-сюда. Но они их хватали за то, что мы вам даем ездить, а вы нам давайте видеосъемку обороны украинской и так далее, настроение людей, кого-то списки составить, да, кто проукраинский и так далее. Это все они готовились к полномасштабной войне. Сейчас то же самое. Свободная, там под 30 тысяч, я не знаю, сколько белорусских водителей, грузовиков в Польше нет, больше, наверное, и странах Балтии. Туда-сюда ездят здоровые мужики. Да? Какой процент среди них э, шпионов? Я думаю, высокий. А возможно, диверсантов, которые знают, где там в церкви слад оружие в нужный момент взять и в спину э, литовской армии стрельнуть там или эстонской, или латвийской, или польской. Да? Устроить беспорядки в столице во время там блицкрига какого-то, который Путин придумает. И говорят ему, это невыгодно. Ему все было невыгодно. И он все сделал, что по мнению некоторых аналитиков, э, мозга паралитиков, было ему невыгодно. Не ставьте себя на место Путина. И не верите тем, кто ставит себя на место Путина. Надо, надо жить в его логике, если хоть хотите что-то прогнозировать. Я, почему все прогнозы сбылись? Потому что я понимаю, как у них голова работает. Я не пытаюсь свою голову им пришить. Но это так, отступление от темы. Вот. Что получается? Сейчас их активизировали. Они надеются на Трампа, на раскол ЕС. Они надеются на Венгрию, которая разрешила сейчас въезд всем русским, кто не попади и белорусам. Это фактически шлюз для шпионов открыт. Причем там будет не туристическая как-то виза. Зачем это туристическая? Греция, Испания, Италия. Сумасшедшие. Но они все это закроют. Конечно. Сейчас посмотрят на Францию, на диверсии там, во время Олимпиады, на все остальное сейчас поток хлынет. В Венгрии и так, по-моему, каждый второй там русский шпион. Вот, так их там будет просто на квадратный метр по 5 штук. Да, они будут расползаться по ЕС. Что будет дальше? дальше закроют в Венгрии границы. Просто поставят европейские страны посты. Но, правда, всю границу не перероешь, будут переползать, перепрыгивать и так далее. Потом эпидемия примет такой характер, что Венгрия просто нафиг исключат из ЕС де-факто или де юра. Вот, это, конечно, правильно будет, потому что они сейчас, он съездил к Путину, и он Путин ему сказал, это мафиози. И Орбан Мафиози. Мне нужно закинуть своих диверсантов в ЕС. Единственная возможность э, такая, где дать долговременные визы, якобы рабочие и так далее, это Венгрия. Все, это вот взял под козырек и сказал, все, всех шпионов сюда к нам, белорусских, русских, это одно и то же. Это все КВ, КГБ, ФСБ, неважно. А будет наплыв а после выборов Трампа, если он, и есть, если он побеждает, и если он проигрывает, а, будет все равно спорт терроризма будут усложнять задачи Европе, не помогайте Украине, будут покушаться на европейских чиновников и тех, кто политиков, которые проукраинские, или кто занимается помощью Украины, как вот Рейнметал, да? неудачные покушения, но все же поняли, о чем идет речь. И сейчас вот то, что, не знаю, догадались об этом, нет уже в ЕС, но то, что Венгрия сейчас сделала, это она фактически стала соучастницей терактов, диверсий, возможно, убийств, покушений на убийство, убийств чиновников европейских. Это фактически Венгрия э, способствует объявлению Третьей мировой войны. Они являются такой рукой Путина, которая засунута э, внутрь ЕС. Значит, чтобы манипулировать с помощью чего? Терроризма. Больше ничего не остается. Терроризм, диверсии. Путин будет это делать, Кремль будет это делать, ФСБ будет это делать. И все, это члены мафии, они не могут ему отказать. Орбан не самостоятельный политик, как и Трамп не самостоятельный политик. Они могут только брать под козырек, а точнее брать знаете куда и совершать движение, которое им скажет фюрер и что он будет им делать. Поэтому Ждите дальше. Все, как я предсказывал, еще даже до полномасштабного вторжения, когда они поперли туда весной 22 года, я записал, у меня видео есть и тексты я писал. К вам едут толпы диверсантов, толпы агентов, толпы шпионов. Сейчас будет, будет обязательно серия удачных, неудачных, я не знаю, но попыток убийств, подрывов. Уже горят заводы там, в Германии, в Польше, везде, там железная дорога. Будут любые виды агрессии и под видом айтишников, политических беженцев особенно, потому что у них легенда хорошая, всяких преследуемых лиц и так далее, будут заниматься расшатыванием Европы, будет Трамп президентом или нет. Если нет, еще, мне кажется, хуже будет. Да если да, одно и то же. Потому что нужно ставить всех ситуацию, извините, раком. Чтобы некуда было ползти, сдавайтесь русским, вот тут мы и так далее. Но мне кажется, что эти попытки потерпят неудачу. Венгрию изолируют в ЕС, если она вот этот шаг сделает. Ну просто будут границы. И будут дальше, будут просто Тупо делать границы вокруг Венгрии. Но чего хотят, то добьются. Не хотят иметь такого политического лидера, будут жить как политические идеры среди Европы. Да? Изгои. Враги. Поэтому вот все сбывается. Сколько не пытался я говорить с людьми по безопасности в этих перечисленных странах, там и не перечисленных, с некоторыми разговаривал, все равно до конца не доходит, пока не будет теракта на их территории, пока не будет громкого убийства, покушения. Вот в Польше задержали, по-моему, уже не первого даже. Они там людей вербовали еще, там, неважно кого, там, не помню, но много. И эта ситуация приведет к тому, что Европа все-таки встанет в пози позицию войны, потому что теракты и Покушения и убийства политиков-чиновников на территории ЕС они будут обязательно. Сейчас меры надо принимать к охране, личной охране, а то там не на троллейбусах ездят, на автобусах, на велосипедах. Да? Вот это все приведет к тому, что Европа ну, для Европы это будет, будет, по сути дела, Казус Берли в такой гибридной войне. И тогда узкие товарищи вместе с венгерскими подкаблучниками узнают, что такое настоящая Европа, которая поняла, что все, шутить с этими уже нельзя. И логика такая, тут хочешь ты, не хочешь, и будут проверять всех узких, и будут проверять все эти резидентуры, и сейчас всякие журналисты там, всякие белорусские оппозиционеры в, 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 в Польше, Литве там и так далее начнут взрываться и булькать. А, этот процесс пошел и он пропадет с ускорением. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому не пропускайте и то, что вот вы смотрите на этом канале. Я показываю, как работают загитаторы за Трампа. Отдельный ролик запишу. Зачем и как, да? Разно Разнообразные оппозиционеры так называемые и так далее. Это все часть одной большой машины по склонению Европы, Европы, к отказу от помощи Украины, по капитуляции Украины и расколу западного мира. У них, я уверен, ничего не выйдет, но надо быть готовым к этому, надо быть готовым к этому э, блицкригу на, в гибридной войне, который вот сейчас мы наблюдаем. И у нас поговорки есть у крымцев, да, не опираясь не, опирайся, не спирайся на воду, не верь э, россиянину, Ось, не, не опирайтесь на воду, не, ви, не верьте узким. В каждом из них может быть зарыт взрывной механизм для дестабилизации вашей страны. Говорите об этом, кто понимает и знает и другие языки в других странах своей аудитории рассказывайте это политикам, пишите в комментариях, потому что Европу ждет волна терроризма и диверсий. И тут не надо быть никем, чтобы ее предвидеть. И надо быть очень сильным и решительным сейчас в фильтрации этих вот элементов, нейтрализации их, чтобы этому противостоять. Спасибо за внимание, дякую за донаты, репосты, спонсорство, все, что бачу всего, вашу поддержку. И щиро дякую за то, что вы